Всем привет! Новое видео на канале. И сегодня мы около офиса с ДЭК, и это будет очередной электросамокат. Так он мне понравился. Давайте посмотрим, что это. Друзья, товарищи, вы видите эту наклейку? Это же G-Long. Неужели нам повезло? Это Original Products. Наверное, да? Значит так, друзья, смотрите, самокат поставляется вот в такой вот коробочке. Да, я по-прежнему не снимаем пленочку, очень-очень новую, симпатевую на Максиме. Многих из вас это бесит или бесило. Ну, скоро будет распаковка пленки. Шучу, нет, конечно, просто сниму и все. В общем, коробка чуть меньше, чем на Kuga M4 Pro, если мне не отшибает память. И, в общем, вот такая вот коробка, и в ней должна быть еще коробка. То есть на контрасте с Максом выглядит следующим образом. Итак, вы скажете, нет, Паша, нет, только не он. Ну и встречаем Kuga X1. Так он мне понравился, что я все-таки решил его заказать себе. Kuga X1 – один из самых лучших представителей в своем классе. И я сейчас вам покажу, как он выглядит. Первые впечатления, распаковка, сравнение, визуальное сравнение, более подробное, еще с лучшими эмоциями с Ninebot Max. И, соответственно, давайте, где и как покупать, сами разберетесь. Ссылочки накидаю в описании. Если что, знаете, промокод действует без проблем. Но я ни за кого не агитирую. В общем, выбирайте сами. Поставляется все вот в такой шикарной картонной коробке. И я знаю, что здесь у нас две коробочки. Почему две? Потому что первая коробка у нас транспортировочная. Китайцы молодцы. Технические характеристики. Все мы знаем, что Kuga X1 за 35 тысяч рублей, он сейчас подорожал, стоил 31. Но говорят, что китайцы у нас повысили ценник исходящий, входящий. И поэтому он сейчас стоит 35. И это очень-очень плохо, потому что 31 это, безусловно, ультимейт решение. Что мы получаем за эти деньги? Мотор-колесо 600 Вт, 48 Вольт, 13-14 тысяч мАч батарея. Очень мощный, красивый, спортивный, красный, черный вид. Ну и, собственно, наверное, мощность, потому что на нем можно отжигать до 40 км дальность и до 50 км или до 45 км скорость. Конечно же, входящий компьютер, который у нас здесь есть установлен, он нам будет немножко привирать всю эту информацию. Подходи сюда. Снимаем, как это все выглядит. Все новенькое, отличненькое. Какая комплектация? Вместе с самокатом вы получаете пенополистирол, или как он называется. Вот в этом отделении у нас вот такая вот замечательная ножницы в сторонку. У нас замечательная зарядка. Сейчас мы поговорим, почему за эти деньги это лучшее решение. Здесь вот, обалдеть вообще, посмотрите, какое зарядное устройство. Это уже как Феррари в зарядных устройствах. Сам самокат это представитель, это как Лада Веста Кросс. Зашпигованная, нашпигованная, стоит миллион. А здесь за 35 тысяч вы получаете просто, ну, это вторая часть зарядки, не очень интересно. И посмотрите, как за год изменилась Kuga и что вы получаете в комплекте. Это у нас мультитул, то есть вы его просто возите в сумочке, еще где-то с собой берете, и без проблем у вас это все работать будет. И всегда с собой ключи, все нужные и более-менее нормальные. Дальше, это в сторонку. У нас два замечательных пенополистироловых штуки. Снимаем в сторону. Это в сторону. Самокат есть, отлично, уже повезло. Уже китайцы не обманули и положили нам самокат. Новенький, упакованный. И весит вообще муку. Просто муку. Так, у нас здесь он. Вот так вот он весит. Вот так вот. 17-18. Дальше документация, она нам не нужна. И выглядит, посмотрите, как он выглядит. Это просто какая-то бомбезная штуковина. Что у нас в сложенном самокате? Самокат в сложенном виде. Самокат это просто вообще, посмотрите, посмотрите, друзья, восторгу нет предела. Как он у нас открывается? Очень просто, поднимаем и все, друзья, он открыт, он готов к эксплуатации. Здесь есть вот эта ручка, это безусловно плюс, огромный плюс. Посмотрите, ее клево брать с собой, поднимать. Новенький, блестящий, красный, спортивный. Посмотрите, какой он офигенный.
Поэтому было принято решение, что в моем парке электросамокатов должен присутствовать этот самокат. Ну вот и, соответственно, на всех членов семьи будет на чем кататься. Что у нас дальше? Идем. Обращаемся опять к нашим ножницам. Распаковываем. Смотрим. Руль. Сложно, несложно. Как это все делается? Что вы получаете за эти деньги, друзья? Вы получаете просто безумие какое-то. Что мы делаем? Опа! И все. И дальше очень все просто. Мультитул в комплекте. Вот это все закручивается. И никакого люфта не должно быть. Закрутили и все. Это подняли. Примерно вот так. Здесь, соответственно, закрутили. Давай закручивайся. Сейчас мы немножко цепанем, а потом поездочкой более тщательно. И все, самокат готов. Друзья, я был неправ. Время извиняться, как это делает Артемий Лебедев. Я был неправ в предыдущих выпусках, когда сказал, что узкий руль – это хорошо, широкий – это плохо. Широкий руль – это хорошо. На всех спортивных вещах, которые содержат руль, широкий руль – это очень хорошо. Поэтому я извиняюсь, был неправ. Широкий руль – это здорово. Здесь он 60 сантиметров. Посмотрите, в сложенном состоянии готовый к эксплуатации самокат просто не занимает никакого места. Я могу его поднять вот так, так, даже могу наверх его закинуть, но просто не буду сейчас это демонстрировать. Вот так могу поднять. Никаких проблем, справится даже девушка. Есть у нас подножка? Конечно, есть. Она неудобная, но она есть. Вот она. Посмотрите, друзья. Сейчас мы снимем вот эти вещи. Для того, чтобы вам показать в полной красе этот самокат. Мы же сразу все делаем. Черный. Обалдеть вообще. А я когда сравнивал непосредственно с человеком самокат с одним из моих зрителей, когда родилось это спонтанное сравнение, я влюбился в этот самокат с первого взгляда. Почему? Потому что он офигенный. Я ни в коем случае не буду изменять своему Максиму, самокату от именитого бренда. Ну, Куга X1 это просто золото. Красный. Тебе как, норм? Офигенный, да, вообще? Есть ли люфт? Люфта никакого нет, друзья. Здесь просто нечему люфтить. Чуть-чуть здесь подкрутил и все. То у нас по колесам. Спереди. Спереди это у нас, по-моему, 8,5, сзади 8. Сзади литое резиновое колесо. Вы его никогда не проколите спереди. Пневматическое надо накачивать. Есть система подвески, она работает без каких-либо проблем. Есть задний барабанный тормоз, переднего тормоза нет. Друзья, этот самокат, единственный минус этого самоката в том, что он может сыграть с вами злую шутку. Знаете почему? Если вы будете на нем наваливать, а на нем можно наваливать, и не будете контролировать торможение, не включите рекуперативное торможение электромотором, вы можете просто уйти в занос. Поэтому будьте аккуратны. Во-первых, всегда используйте экипировку, шлем, налокотники, наколенники и так далее. И обязательно делайте так, чтобы вас не заносило. Здесь задний тормоз, естественно, будет уходить в занос при резком торможении. В общем, внешний вид просто секси. Как он складывается? Мы приехали, нам надо сложить его. Мы поднимаем эту ручку, и все, и он сложен. Что у нас сзади? Сзади у нас вот такая штука. Здесь у нас гнездо зарядки. Не совсем удобно, это, наверное, минус самоката. Здесь вот такие вот болтики. Дальше приехали, подняли, опустили. Опа, все, больше ничего делать не надо. Ну его и складывать-то в принципе не надо, потому что есть ручка, вы его закатили, подняли. В любой лифт он влезет, в пассажирский, в грузовой. Дека, она очень аккуратная, но в принципе с моим 42-м размером можно влезть. Отлично, влезаем. Передняя амортизация присутствует, забыл. Давайте про амортизацию. Задние амортизаторы работают, передний демпфер тоже работает. Ходовые огни, задние стоп-сигналы, передние в деке 2 и один сюда. Многие говорят, что надо придумывать, додумывать что-то вроде так называемого фонаря, который советуют использовать вместе вот с этой вот. Ну, в общем, ладно, нормально. Здесь вот у нас USB-разъем, и вроде как можно в него, и все будет типа... Ну, фару сюда присобачить. Этот джелонг, друзья, это, в принципе, качество 2020 года.
И у него есть, сейчас пока я собираю пенопласт по всей площадке при дворовой, я вам расскажу. У него есть только одна альтернатива. Одна альтернатива в виде Куга М4 Pro 2020 года рестайлинг. Почему? Потому что за те же деньги вы получите большую батку, за эти же деньги вы получите такую же мощность, 600 ватт, было 500, стало 600. За эти деньги вы получите кресло, на которое вы можете присесть, как говорится, сиденье, да? Ну и в принципе все, он будет тяжелее, чем вот этот вот. Это городской самокат для каждодневного использования. Для меня это будет иногда погорцевать, навалить на нем, потому что Максим едет только максимум 30 км в час. По сравнению с Максом, он выглядит не хуже, не хуже, друзья. Это надо признать, сейчас мы его отрегулируем и будем наваливать, что. Удобные грипсы, удобный руль. Резкий. Какие плохие стороны? Плохие стороны, наверное, стоимость. Все-таки 31 тысяча рублей это лучше, чем 35-36. Опять же, это все-таки Куга. В последующем это будут доработки, замена каких-то компонентов, обязательно будет обслуживание, обязательно должны всплыть какие-то болячки, и надо это понимать, потому что это Куга. У Найнботов вроде таких проблем пока не замечено. Посмотрите, друзья, одометр у нас показывает, что у нас никто не ездил на этом самокате. Это не радует, это как бы, как правильно выразиться, это все-таки уверенность в том, что у вас самокат новый, все наклейки и тут, и там, и в колесах, и на колесах. Это Джерон, друзья, нас не наебали. Поэтому по проверенным ссылкам в описании все приобретаем. Подписываемся на канал, будет обязательно подробный обзор этого самоката, будет еще раз подробное сравнение с Максимом. Будем делать замер скорости, будем делать дрифт, точнее не дрифт, а старт с точки и, допустим, по прямой, кто быстрее доедет. Не факт, что, кстати, Куга X1, но в любом случае подписывайтесь, чтобы не пропустить. Все, что я неправильно сказал, обязательно напишите в комментариях, обязательно напишите свое мнение, обязательно скажите, что вы думаете по поводу самоката Куга X1. Я сейчас буду его регулировать и будем наваливать, может здесь где-то бэкстейджем все это увидите. Обязательно проставь лайк или дизлайк, понравилось, не понравилось. Пиши Дональд Дак, если досмотрел до этого момента. Ну и подписывайся на канал, чтобы не пропускать все самое интересное и новое. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.